появляются следующие симптомы. Сухой кашель, температура. Будет непросто предотвратить панику. Городские больницы переполнены, число инфицированных постоянно растет. Привет, я уверена, что ты натыкался на отрывок из этого фильма, но не мог найти его название. Так вот, это фильм «Вирус». Закрытый контейнер с нелегальными мигрантами отправляется из Гонконга в Корею. По истечении длительного путешествия, когда контрабандисты вскрыли контейнер, они обнаружили в живых только одного парня. Все остальные мигранты были мертвы и окровавлены. Смертельный вирус, передающийся воздушно-капельным путем, начинает с большой скоростью распространяться по пригороду Сеула. Количество больных растет, но лечения нет. Вирус, который убивает человека за 36 часов после инфицирования неизвестного происхождения. После просмотра обязательно оставляй свой комментарий под нашим видео. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайки и не пропускай наши новые ролики.